У нас 4 места выходят в группу А1 и 4 места выходят в группу А2. Вот моя задача — попасть или туда, и? Или туда. Мы играем с Сашей Гельманом. Поехали. Приветствуем Александра. Естественно, он будет играть свою вот эту штуку. Не знаю, по методу базар-вокзала играть. Конь идет на f1, потом на g3, слон на f3. То есть какая-то Давайте такая пожалуйста. Конструкция. Ух ты! Неплохо. Мощно сыграл Александр. Я сам так люблю. То есть он кардинально поменял способ борьбы. И что же нам делать теперь, да? Нагловато, но любим мы жертвовать. Это интересно. Интересный маневр. Турнир всего час, каждое поражение. Это большой риск. Ну уж тянет меня на просто жертву. Просто кардинально рубанул. Ударил по тормозам, так сказать, да? За что я пожертвовал качество? Так, что же нам делать в этой позиции? За подкрут. Но коня, видимо, надо на f1 тащить. Может, коня на f1 поставить и укрепить вот эти пешки. Но тогда я займу, возможно, центральное поле. Давайте. Своим конем. Пока, может быть, сюда. Слон e7. То есть, наверное, надо тут забить. Возьму не нужен пешкой. Нам это, не нужна эта фигура. Пока подкачу ладью. Так. Да, есть какая-то инициатива Александра. На таком времени тяжело будет отбиваться. Пробуем g5. Так, g5. g5 это куда? Ну, там будет какая-то борьба опасная. Хотя, насколько она опасна, я не знаю. Пошел у меня пешками по краю, но рискованно, опять-таки. e4, слон f4. Fe, да? Возможно, я пойду. Fe, и что дальше? Была такая идея, хотя... Давайте e4 сыграем. Слон f4. Вперед резко. Он может ударить. Я ударю. Он ударит, я ударю, он ударит. Так, не знаю. А нет, сюда. Как-то Александр попробую ударить. Проводит с нами какую-то. По времени стою хорошо. Отожрал пешку. Важную. Правда, позиция совсем мутная. g3. Да, интересно, может, интересно. Слон b6. Сади сюда. Ход поднял. Слон c7, но он возьмет на a7. Все-таки сюда. Слон отсюда может зайти. E3, если он бьет на 7, то через d8. И там будет двойной удар. Неприятный. Угу. По времени он просел. Это хорошо. Сюда. Отдает слона. Возьму. Сюда. Так. Но я же могу тоже ферзя подвязать. А если да, ударить, интересно, Александр, правило так показалось для меня полнейшей неожиданностью. Попробую. И у него бью, выигранная жертву позиция. Жертву ферзя. И слон b6. Слон b6 это что? Mm-hmm.
Получается, что Мунфрезер все равно отдаст. Надо брать. А, я потеряю пешку важную. А, может быть, зря я взял. Ай, зря я взял. Это я погорячился. Ай. Ой, зеваю, блин. Ой, что я делаю? Ай, зеваю, блин. Черт, уже выиграно стояло. Я навыпускал. Выиграно же стояло. Теперь борьба. Теперь борьба. Так, так, так. У него времени мало. Так, что ты делаешь? Так. Нет, сюда нельзя. Так, что тут у нас? Ах ты, ёлки-палки, он держится. Блин, не успел. Опять пойти, к сожалению.